Как скачать антивирус Касперского? Всем привет. Пишем в поисковой строке «Скачать антивирус Касперского». Это реклама. И вот по этой ссылке, по первой Касперский.ру, нажимаем. Бесплатно в течение 30 дней. Это нам не подходит. Демо-версия. Вот бесплатные сервисы нажимаем. Вот Касперский Free. Надежный, легкий, бесплатный антивирус. Нажимаем «Скачать». Пошла загрузка. Закрываем браузер. Вот появился значок установщика на рабочем столе. Запускаем его. «Выполнить». Нажимаем «Продолжить». Лицензионное соглашение «Принять». Все готово. Установить. Вот появились два значка на рабочем столе. Касперский Free и Касперский Secure Connection. Так, здесь запустить. Птица стоит и завершить. Нажимаем завершить. Базы устарели. Предлагает зарегистрироваться. Но лучше зарегистрироваться, конечно. Адрес, пароль. Но мы нажимаем стрелочку. Обновление баз. Обновить. Базы обновились. Нажимаем на стрелочку. Проверка. Ну, проверка долго будет. Подробнее. Назад. Нажимаем вот шестеренка настройки. Интерактивная защита. Автоматически выполнять. Не удалять. Запускать. Установить защиту паролем. Включено. Защита. Файловый антивирус. Включено. Рекомендуемый. Можно поставить высокий. Действие выбрать. Веб-антивирус. Рекомендуемый стоит. Здесь лучше поставить блокировать. Антивирусные параметры. Лечить. Здесь недоступно. Производительность. Проверка. Информировать лучше. Расписание не будем устанавливать. Дополнительно. Обновление. Угрозы. Здесь птицу поставим. Самозащита включена. Сеть. Уведомления. Уведомлять. Звуковые. Убираем галочку. Мне не нравятся звуковые. Отчеты. По умолчанию. Дополнительные средства. Не регулируются. Виды. Мне интересно. Ну вот так вот.
Нажимаем на стрелочку. И последнее это проверка. Больше функций, это будет платное. Можно включить, конечно, но нажимаем проверка. Полная проверка, но это долго, конечно, будет. Но вначале лучше полную запустить. Пишите комментарии, замечания, пожелания. Ставьте нравится, не нравится, палец вверх, вниз. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.